Всем привет! Всем приветули! Значит, сразу видим свет, буду, дам злой свет, блядь, на кишке, все понеслись, блядь, все довольны, ебать, мы начинаем, блядь, прям, все, нахуй, начинаем, прям, блядь, командную игру такую слаженную. Самый пизданутый бой, блядь, который я только вообще мог сыграть на ПТ, на таком ПТ, как ФВ-215Б-183, блядь. Самый пизданутый бой, блядь. Как-то я посидел с утра и хотел снять с парочки танчиков, блядь, звезду, ну и зацепил что-то эту ПТ-шку, хотя хуй его знает, нахуй она мне надо было, но зацепил. Я сам не очень люблю ПТ в последнее время, потому что, блядь, на них этот ебаный геймплей меня тоже заебало. Вечная стоялова, нахуй, такой, сука, жесткая, блядь, стоялова, нахуй. Первые несколько боев я просто на ФВ выезжал, блядь, вместе с тяжами, которые просто оставались позади меня, нахуй, и, блядь, стреляли где-то от базы, блядь, в ПТ-режиме, то есть я не понимаю, нахуй. Блять, это я за тяжей должен работать. Вот так же и стоит у нас Т-110 Е5. Да вы охуели, что ли, блять, хочется спросить, блять. Ёбаные танки, как они меня уже заебли, блять, в последнее время. И я в них стал меньше играть. Извиняюсь, пацаны, кто смотрит вообще танки, кто их любит, кто отдает предпочтение только этой игре, блять. Ну пиздец, она меня заебла уже, нахуй, вот этим. Рандом просто меня выводит иногда. Бомбежка, блять, нереально. Как играть здесь в ПТ-режиме с такой Тимой, блять? Пизданутый. Е5 до сих пор не может, сука, разродиться. Уже третья минута боя, он еще только, блядь, поехал куда-то, блядь, вообще нахуй на ущелье, блядь. Т-10 стоит, 430 стоит, Т-10 уже отхватил в ебало. ОБ-430, который является нихуевым средним танком, да? По-моему, блядь, или он тебя... Нет, он, по-моему, средний танк. Стоит вообще за домиком, нахуй, вообще в режиме арта, блядь. Я арта, нахуй, пиздец. Куда ехать двум вот этим пиздатым, блядь, двум вот этим пиздатым танкам ФВ-215Б? Они, в принципе, пиздатые танки. Но, блядь, они настолько зависящие от команды, что даже на них, блядь, не знаешь, как, блядь, играть. Сука! Наши вроде бы прорвались. Наши прорвались уже ближе к базе. Вот, мы видим, вот они уже тут Е5, тут Хома, короче, 54-ка. В общем, такая имба едет, блядь, имба нахуй тут едет тащить. Тут стоит Т-30, и вроде бы как и все, да? Они тут что-то кучеряжатся. Убили. То есть там не создало никакого труда убить Т-30, да? Там они пишут, стадо, уёбки. Блядь, 54, не стой, не свети, хуй просышь. Что-то гонят. Так, тут уже шваркнули у нас, блядь, арту нахуй. По-моему, да? Нет, не арту шваркнули. Кого-то въебали нахуй. Сбоку я даже не заметил. А с города уже... То есть город нахуй никому не нужен. Город вообще не то, чтобы его просрали. Город просто отдали, блядь. Нахуй, говорит, не нужен. Там, блядь. Что у нас происходит там, блядь? Е5 Хома 54 до сих пор живы, и у них еще стоит в подкрепе, у них еще стоит там, блядь, арта. То есть они там вообще нормально, там раздамаживают всех. Всех просто раздамаживают, нихуёво. Почему бы там, я не знаю, не продолжить вот это вот движение и вообще нагнуть, блядь, весь город. Все, вот посмотрите, блядь, в чем вообще вот, почему бомбежка? Вот это вот, блядь, в первую очередь я вообще не знаю, блядь, что здесь делать вот этим двум хорошим ПТ, блядь. Когда город брошен, блядь, и... Ну, вот эта вот кишка, по которой уже Хома и Башмак, блядь, ВК, нахуй, 45, с их стороны уже, блядь, выебли всех, нахуй. То есть, с этой стороны все просрано, блядь. Там, значит, непонятно. Вообще не понимаю, что происходит на вражеской базе, блядь. Вообще не понимаю. Там такое впечатление, что Е5 подходит к Микугу и как, бля, о, брат, блядь, ой, ты мне как сестра, нахуй. И пошлись там терки, там, блядь, пошли они там ебаться, наверное, может, полюбили друг друга, сменили ориентацию. И все, там, в кустах закопошились, давай там елозиться, нахуй. Все, враг не нужен, враг наш друг, блядь. Мне уже там, я не знаю, хлопай ресницами и взлетай, блядь. Эта песня есть такая, нахуй. Улетай, блядь, они, походу, там улетели. У них полная там лакшери, блядь, они вообще все заебись, блядь. Они там все намазанные шоколадом, блядь, лежат на солнце, нахуй. Автоматы побросали, блядь, до пизды. То есть вообще, нахуй, то есть не война, нахуй, все. Просрали все, блядь, все, что только можно. То есть сейчас увидим, как умирает, блядь, и хомяк. Ага, это уже такой спойлер, блядь. Умирает, хотя, блядь, какой может быть спойлер, когда вы и так, блядь, наверное, все уже прекрасно поняли. Блядь, пока они проебали мозги, когда Хэвик был в городе, вообще Хэвик был тут, блядь. Другой хомяк вообще здесь в ВК стояли, нахуй. Там можно было вообще прорашить нихуёво. Выебли Е5-го, выебли. И выебли также хомяка. Я уже думаю, блядь, пацаны, вы вообще что, пиздец, нахуй. Вы чё, блядь? Вы чё, охуели, что ли? Естественно, я стою, блядь, я понимаю, что я фуловый, я понимаю, блядь, ну я-то куда поеду? Куда, блядь, я-то поеду, нахуй? Мне, блядь, либо с города просто, вот, блядь, либо бачат, либо хэви просто разъебали бы, вот как вот этого. Вот ровно точно так же. Даже бы выебли, наверное, может, забрали бы нахуй, если бы полностью туда бы выехал.
И сейчас мы не понимаем, а что делать, что не так, блядь, с этой игрой. Как играть на таких, блядь, ПТ 10 уровня? Вот в таком вот, блядь, вот... Блядь, вот в таком вот виде. Как, блядь? Как, сука, Карл, блядь, вы заебали нахуй. Короче, я уже стою, и я думаю, блядь, вообще ничего не понятно, блядь. У нас до сих пор тот же пизданутый ОБ-430, который вместе с Артой только сейчас двинулся. Через чуть ли не 10 минут боя. Он поехал, блядь. Поехала эта сука ебучая, нахуй. Туда, в город куда-то, шлюха поехала, блядь. Торговать с жопой, блядь. Тварь ебаная, нахуй. Хуй знает, блядь, вообще не понимаю, что вообще, что с ними. Так, у них остается, значит, ёбнули бачата. С горем пополам, каким-то хуем они забрали бачата в соседней команде, блядь. У нас остается, значит, УБшечка, которая там что-то трёт-трёт шкуру, трёт-трёт, пытается торгануть с собой, там, нахуй знает, её никто не берет, она вся уже, блядь, хуй, может, у нее там болезни, да хуя хуй, значит, ее никто не покупает в городе, она двинулась в село. Может, там ее на силу навали, трахнет кто-нибудь, сука. Какой-нибудь кузнец, блядь, пиздатым своим молотом. Так, а я, блядь, думаю, что же, что, блядь, думаю, блядь, выезжать мне туда, что ли, на базу? Я хуй его знает, при таком раскладе вообще не поймешь. Я вообще с самого начала боя даже и не представлял вообще, как, что делать, какую тактику, какую стратегию здесь можно применить. Вдвоем, на ФВшках, блядь, стоим нахуй на базе, мы вообще не понимаем, что делать. Когда, блядь, в городе пусто и кишка вся просрана, блядь. Едем дальше, блядь. Если, конечно, рассуждать вообще о танках, то есть, если говорить, что танк говно, то, естественно, сыпятся те самые, блядь, комплименты в сторону его, что он, блядь, просто имба, нахуй. Если говоришь про танк, что он имба, блядь, конечно, сыпется куча, блядь, вопросов и мнений о том, что он не имба, а просто говно, блядь, на колесиках, нахуй. И вот тут хотелось бы, блядь, поговорить вот насчет, блядь, того, что кто тут вообще в рандоме имба. Имба тут в рандоме, блядь, по-моему, одна артиллерия, нахуй, которая вообще стоит, блядь, на респе, нихуя не делает и оттуда просто плюшечки кидает. Заебись. Вот это, по-моему, вообще охуенный самый, блядь, заебательский вид транспорта в этой игре. Который, походу, надо уже качать, блядь. Я приезжаю к ним, естественно, на базу, а что? Я уже просто поехал, скажем так, раш! У меня уже, блядь, раш по центру, блядь, такой. Ну, я понимаю, что 30 км в час, но это вот у меня такой, блядь, раш по центру. Потому что ПТ, блядь, как-никак, нахуй. Далеко, блядь, не СТ, блядь. Даже не ЛТ, нахуй. Нет, далеко не ЛТ, даже не СТ, скажем так. А, нет, какие нахуй 30, я вообще не на то смотрю, это максимальная скорость 30 км в час. Вообще там 15-20 км, я тут как черепаха, блядь, доползаю до сюда. Кого мы видим, нахуй? Мое почтение вам, блядь, я только что за вас говорил, мой друг. Опа, нахуй. Дайте немного дамагу хоть себе в карман, блядь, сыпануть. И надо-таки вытаскивать бой. Тетя Соня говорит, как ни крути, но надо-таки вытаскивать бой, блядь. То ли не зря ли я вас кормила, блядь? Так, смотрим, значит. Хэвик там трёт жопу, блядь. Я остаюсь с двумя артами, то есть, надо вот можно заметить, да, блядь? У них уже, у них ФВшка, блядь, у них Хэвик, нахуй, у них бат, артобат, все заебись, у нас два артобата и я. Хуй просышь. Вот это вот бой, вот это пиздец. Я охуеваю, что сейчас происходит, блядь, что сейчас не так, блядь, с ТТ, нахуй, 10 уровня. В смысле, даже не то, чтобы с танками, что происходит, блядь, с игроками, которые садятся на тяжелые танки 10 уровня. И на пиздатые танки 10 уровня средние. Пацаны, вам надо играть, играть надо как-то, играть. Да хуй, блядь, я понимаю, всех загнобили этой статистикой, может быть, нахуй ее вырезать, эту статистику. С этой статистики просто все уже сад, все как-то пытаются ее как-то приподнять, эту статистику, нахуй. Ну из-за этой ёбаной статистики вот такое говно в рандоме, блядь. Может быть, танчикам добавить всем скорости, и пусть все друг друга ебашат, нахуй, я не знаю. Пусть раздадут, может быть, перманентно поставить, блядь, убрать все ББ, фугасы и просто поставить голду, нахуй, вообще, блядь. И чтоб снаряд стоил, блядь, соточку серебра. И пусть здесь будет фан. Да здравствует фан, блядь. Просто по фану, блядь, выезжаешь, нахуй. Берешь, блядь, такой телегу, блядь, 4-го уровня. Хуя туда нагружаешь, просто снарядов. Потому что они все голдовые. И выезжаешь, ебашишься тут нахуй с восьмерками, девятками, десятками. Туз, просто, блядь, всех разносишь. Это что за победа, блядь? Это что за черепашечьи бои, нахуй? Пиздец, мы победили. Каким образом это все вообще вы видели? Это пиздец, это геймплей танков, нахуй. Это худший, блядь, бой, наверное. Худший, блядь, пиздец за всю историю. Не говоря про тех, где, блядь, просто ебанули и ваншотом и ушел в ангар.
Это я про ФВ-215Б, 183, сука, скобочки закрываются, нахуй. Вот такая вот победа, судите сами. Ну а у нас вот такой вот захват базы. С двумя шлюшками. Всем пока, всем, блядь, хуй знает. Всем пиздатых сливов и побед, бля, охуенных. Пока.